Друзья, это одно из самых актуальных видео с еще двумя топовыми инструментами для заработка криптовалюты. Речь пойдет о Launchpad и Launchpool на бирже Bybit. Я расскажу, что это, как зарабатывать гарантированно и почему сейчас самый хороший момент для входа. Поехали. Прежде всего, речь пойдет о Launchpad. Это возможность быть ранним инвестором. То есть мы покупаем токены проектов, которые будут в ближайшее время листиться на бирже по цене первичной продажи на IDO. То есть по цене в разы ниже, чем они будут залищены на бирже. Это всегда дает нам иксы. Плюс к этому на бирже Bybit достаточно крупные аллокации, объемы, которые можно выкупить. Они существенно больше того, что можно выкупить на других биржах в аналогичных лаунчпадах. И ко всему вышесказанному минимальный порог входа. Механика тут такая. Нужно хранить токены биржи Bit в указанный период, не менее 50 Bit, что эквивалентно на момент записи видео с $100. Каждый день в период фиксации происходит снимок вашего баланса и считается среднее значение за эти дни. У каждого проекта свой период фиксации и своя формула, сколько вам будет выделено для покупки. После окончания периода фиксации баланса будет период подтверждения покупки. Нужно будет нажать на кнопку «Подтвердить». И после этого автоматически по курсу пресейла будет произведен обмен токенов BIT на токены проекта. Я лично участвую во всех. И после листинга проекта, как правило, запускается лаунчпул этого токена. В этом видео я покажу на примере активного лаунчпула проекта Runnode. А именно откроется пул, куда можно застейкить свои токены BIT и получать взамен токены RUN. Это целесообразно делать, чтобы токены BIT в период, когда нет активных лаунчпадов, не простаивали, а наоборот приносили пассивный доход. Именно такие лаунчпулы запускаются на относительно короткие периоды времени и имеют повышенные процентные ставки. В случае с Runnode срок лаунчпула начинается 17 декабря и заканчивается 26 декабря и составляет 100% APY. Получается так, что мы непрерывно зарабатываем, чередуя возможности биржи Bybit, лаунчпад, а затем лаунчпул. И таким образом получается достаточно неплохая совокупная доходность. Если остались вопросы, пишите обязательно в комментариях. Ссылку на биржу, само собой, можно будет найти в описании к этому видео. Ну и успехов вам на пути к богатству.